привет, друзья! У нас знаменательное событие. Выстраданная, выструганная сделка с Росагролизингом. Для компании сыроварня Олега Сироты. Вот. Мы прямо, наверное, месяца полтора-два проходим тернистый путь, преодолевая катастрофические бюрократические препоны. Машины уже давным-давно собрались. Уже все стояло, ждало уже. Можно было там денег кучу заработать, пока мы... Ну, наконец-то все свершилось. Этот день настал, погода была гололед. Вот, Владислав, я уже знаю его лет, наверное, 7, да? Да. По другим компаниям мы и работали, абсолютно разную технику собирали. Вот, пронесли наши дружеские взаимоотношения и доверительные, самое главное, вот через года. И благодарим за то, что он обращается и помнит про нас, и мы для него вот в очередной раз собрали технику. Ларгусы, рефрижераторы. Что будете на них делать? Будем разводить сыр, молоко. Да. Кириллу отдельное спасибо, что он пробился через Росагролизинг, конечно. Тяжелая задача была. Справился. Ну и совместное спасибо. Да. Поэтому у Олега Сироты есть интернет-магазин, правильно? Да. Можете размещать свои заказы, там вкуснейшие сыры, молочные, свежие фермерские продукты. А наши замечательные машинки вам довезут с соблюдением температурного режима. Так что спасибо большое. Все. Ах, какие ласточки.